Рик не вылетел, и кто-то на его сон встал. Да он не взлетит. По-моему, все торс. Так, все. Ну чё, кишки на месте. Ну мне нормально, я морфина перед боем вколол. Все, отделение 2-1, за мной двигаемся на точку высадка и дальше по точкам. Пока месть ориентир выбор, и там заправка, которая на западе от выбора. О, город, скоро всего, противник уже, да? Возможно. Запад убежал, командир. Да, на 240 коровник тут пока длинный. К нему бежим. Сейчас направо. А, тоже север лагает. Да нет, нормально. 50 ладно, метров от коровника направо. Никого не было. К, АК на 320. Да, там Макаренко походу с кем-то воюет. Так, внимание, отделение, двигаемся на 300. Там противник сейчас будет поддержать надо наш. На 300 все видят холмик такой с зеленкой. Да. Сейчас я дымы дам на поле и все выдвигаемся туда, на тот, на холм.
Я дам. Все, вперед, побежали на холм туда штурмом, там противник сидит уже. Идем проверить дымов, чтобы слева вас не видно было. Снайпер, идешь позади всех, где-то метрах 50-70. Чучел. Если меня убивают, берешь ДВшку и продолжаешь связь со штабом. Понял. Посмотрите каждое дерево, каждый куст. Сейчас мы должны эту высоту зачистить. Ой, зафризила. Боже. Снопу надо, берите. Я его выкинул, она мне не понравилась. Так, тут есть. А я заберу. Есть фраг со снайперкой. Труп. Он на западе идет перестрелка. На холме. Спускаемся на 260, спускаемся с холма и там на окраешке пока закрепляемся. Постарайтесь сейчас как можно больше прочесать эту гору, чтобы сзади никого не оставить. Калаш. 320. Зеленый дым, там калаш работал. Внизу никого нет. 320, да? Ну от меня 320, возможно. Зеленый дым я кинул. Пару гранат туда кинули. Один или целое отделение? Ну, услышал одного. В обратку бросает. Спускаюсь по нулю, попробую посмотреть. Скидывайте гранаты туда, осколочные. По пару штук каждый кинул. Ой, возьмите, чучел, возьми еще чека с тобой и слева обойди. Кого взять внутри? Так, кто у тебя тут есть один? Автоматчик, кто у нас? К 249. М249, обойди справа этот. Это пулемет.
Это садится и уже обхожу. Осторожно спускаюсь. Спустился. Закрепился на дереве. Кусты, кусты, край, кусты, смотрим. Хватит кидать гранаты. Чейнджер метку на себя поближе. Работаю где-то на западе, вдалеке. Кто из пенька целится на поле, это я бегу. Так, у меня противник был, у меня в основном раненый. Где он именно? Ниже или выше? Так, метка АТ Макаренко в красную, там вот я чуть-чуть севера, западнее от нее. Тут повалены деревья возле них. Да, на связи, подойдите пока к метке Макаренко. На 30, да? Свои, на метку 2-1 подойдите, блядь. На метку 2-1 подойдите. Так, все понял, понял. По дереву кто-то стрелял сейчас. Это свои, да? За деревом, да, я стою. Понял. В сторону нашей базы. Не задел? Не-не-не. Так, сейчас сбор будет на юго-западном склоне этого холма, на котором мы сейчас находимся. На юго-западном склоне. Все собираемся. Нашел тут вражеского снайпера, походу. Мне взять его ДВ? Снайперов нет ДВ. Командир. Не надо, не надо брать ничего. Так, кто стрелял с глушака? Далеко он и стрелял этот тип. Я его убил. Так, все, давайте сборная сейчас на юго-западном склоне. Он разве с глушителем был? Да. Да, он был. Спецназ, наверное. Че, не убили его? Убили, убили. Все, я говорю, сбор на юго-западном склоне. Метка 2-1. А, нет, на западе выбор, да, или что это? Выбор у нас на юго-востоке от нас сейчас. Метка сбор Changer 2-1. Да, да, да. Движение вижу. Азимут. Азимут 220. Там уже свои, далеко. Возле коровника свои, в зеленке далеко тоже свои. Понял. Азимут 205 далеко, УАЗик стоит около домов. Так, зеленую линию, кто, у кого есть GPS, должен видеть по GPS-у, по карте смотрим, зеленая линия, точка 2. Сейчас мы по ней побежим. Так, прям в лоб. Там слева и справа уже свои. К коровнику подбежал человек наш. На коровнике свои. Все, хорошо. Все, 2-1, выдвигаемся на точку 2.
Азимут 200. Азимут 200. Кто-нибудь может поставить метку на бункер в пустошке? Стоп, стоп. Примерно. Вот это сейчас там свой пулемет работает на 190. В городе. В коровнике противник. У коровника противник, смотрим туда внимательно. Белый коровник? Смотрю по биноклю, видел там что-то. Коровник белый, нет? Да. В коровнике? Да, в коровнике есть. Бегает. На 240. В видел коровник. Там чувака надо зачистить. Стоп, 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 отставить, пока сейчас не стреляем еще. Вот. Там труба Т4, похоже, свои. Отсюда до пустошки километра 200 примерно. Так, вот этот коровник белый, там свои были. Это свой, свой. Были свои. Точно? Речь свой вашей, выбежал, я прицел не вижу, чё. Все, двигаемся дальше за мной. На 200, двигаемся на 200, быстрее. Там люди задымили уже. Ребята, там Рэмбо уже. Надо задымить или нет? Задымите, кто может. У кого ГП остались дымом? Кидайте, кидайте. Вперед. Там уже ГПшник входит. Наш уже в пустошку входит. Слышите, уже близко. Я знаю, ГПшник, ГПшник, дым, дым вперед. Да не осколочный, вы чё? Воу-воу-воу, полезь. Вы чё? Перезарядите на эти дымовые. Каждый раз нам заряжать нужно дымовые аккуратнее. Убейте еще нас. Так, по бою бежим. Все, закончились дымовые ГПшки. Да. Все, по нахуй. Справа работает, справа. Где-то 240. Одиночный выстрел свой был. СВДшка, СВДшка была справа. Одиночный выстрел, это я делал. Еще один. А все, принял, принял. Снайпер, да? Да. Давай, ты, кстати, нас догоняй, конечно. Ну, не с нами прям беги кучей всей, а догоняй потихоньку, метров 200, держи дистанцию, 100. Я. Ходим чуть-чуть левее, там где в сторону сиреневых дымов. Наши уже у бункера сидят. Не штурмуйте его КПшками. Усталость. Вообще плохо. Так, кто устал здесь возле этого домика, можете спрятаться, отсидеться там, ну, немножко, секунд 20-15 и сразу догоняйте. Мы добежим в зеленку и там уже отдохнем по полной. Кэпка, один бежишь, все отдыхают. Аккуратнее. Да я уже не бегу давно. Сейчас я дым перед собой дам. Давайте перегруппируемся около домика. На американском прицеле каждые 10 метров, что ли? Нет, да. Нет, нет, нет. Да, да, да. До 500 нам метров примерно это, да. А потом не так уже идет. Ну, примерно можешь считать так. Давайте по дыму проходим дальше до точки 3. Командир, ты бы шел позади, что ли? Да какой позади? Умрешь, все, рандом пойдет. У нас есть чучел, который возьмет командование. И я не умру. Я буду жить! И останется дух. С
нами навсегда. Как говорится, хилимся, живем. Хэштег живи, ставьте и побежали. Так, гранаты работает. Кидайте. Так, здесь зеленки, закрепляемся сейчас за заборчиком, прячемся. Сейчас я метку на нас поставлю пока. Тут осколочный прилетает. Ёбаная усталость. Наши уже в город заходят, к бункеру. Штаб 2-1. Ты в КВ сказал. Так, сейчас отдыхаем. Дальность обзора можете поставить на километр. Для города удобно будет, если у кого FPS просаживается. И сейчас пойдем. Я еще не добежал. Да, да, добегаю. Кто там, снайпер, да, отстал? Нет, Борисов. Я уже прибежал к вам. Сейчас я дымов буду кидать вперед. Бежим. Выдвигаемся? Сейчас, сейчас. 5 секунд и выдвигаемся. Все, побежали. А, нема 220, все в пустошке подходим. Там СПН еще. Слышите пушки? Слышим, слышим, свои. Возможно, они забрали просто пушки у СПН. А, ну да. Все на шепот переходим. Советую ококи снять, у кого стоят. Убил вражеского снайпера. Отлично. Подходим к бункеру. Вы слышите? Чистили или нет? Вроде бы там наши пробегали, уже все зачистили. Так, 2-1. Собираемся возле, возле северной стороны бункера. Меточку, у меня перец сдох. Меточка 2-1, челленджер, возле северной стороны бункера. Сейчас пойдем по улице. Так, вижу только двоих пока. Где все остальные? Я снайпер, я прикрываю на другом флангу почти что. Ну, рядом. У меня перс сдох, я еле иду. А ты доляж на землю, отдышись. Командир, я взял РПГ, есть один заряд. Да я уже рядышком. Это кто говорит, что взял РПГ? А, снайпер молча. А, я понял. Вы возле бункера, я вас вижу. Все, итак, Вадим, давайте выходим на центральную улицу сейчас. Сейчас разделимся на две части, будем по двум сторонам улицы идти.
Так, чучел. Да. Кто еще тут у нас есть? Тиминг, вы на переходе через улицу, идете по левой стороне. Остальные за мной по правой. Все, зачищаем улицу и сразу сворачиваем. Айстер по нам. Принял. Работает. Райтер Смита. Правая сторона улицы, пошли. Левая прикрывайте пока. На крыше сидит один. Крыша оранжевого дома ровно от меня на 220. Крыша оранжевого, да? Видел. Да, от меня на 220. Правая сторона, это кто со мной тут? Попробуй ГП закинуть туда. Все, проходим дальше. Кто-то, по-моему, на крыше сидел на оранжевом доме, да? А, сидит там, сидит. Не могу снять. Это свой. Нет, это противник. Попал. На крыше противник был. Оранжевый. Да, пойди. Да, я его без сознания положил. Отлично. Добиваем. Все, попал в ГПшку, по-моему, туда, да? Да, мы его добили. Все, он убит. Проходим дальше. Правая сторона к зеленому дому, левая сторона к черному. Ты уверен, что это был наш? Ой, да, тут враг. Уже свои на левой стороне улицы. А на крыше был враг. Ну, он одет как-то в нашу форму был. У магазина. А, не знаю, я оптику снял. Так, подходим к выходу. Сейчас я чекну, правда, был это противник или нет. На крыше был враг. Слушай, так, по форме 2-1. Тоже наш. 2-1, заходим. Наш. Заходим в триггер. Командир выстрел с РПГ, надо куда-нибудь, мне еще не появилось. Попробуй, если достанешь в этот самый главный ангар. Белый? Да, но сейчас надо ближе подойти. Уже наши тут с другой половины. Получается, скоро. Главный ангар или нет? Блять, трупов куча. Что, командир убит? Нет, командир живой. Так, ждем, пока дымы эти рассеются. В этой. Да. Я там кого-то просто видел. Так, два по левому флангу сейчас идут свои. Или это пока что. Да, свои. Не перепутайте. Командира переоделся в русского, беру калаш. Это опасно, не советовал бы. Тебе не френг, кто умеешь калаш.
Медик, медик. А медик у нас Сёмга. А он как раз ранен. Критично. Отлично. Я не умер. Сейчас быстроту как-нибудь посмотреть. Ну, когда убил кого? Всем спасибо. Ну пипец. Что случилось? Как теперь стату посмотреть? Только на сайте? Да. Поль. Там кто-то был на крыше на оранжевой в пустошке своей? Ладно. Раньше в этой миссии был один Little Bird вооруженный, три Си-130.